Онигири – блюдо японской кухни из пресного риса, слепленного в виде треугольника или шара. Другими словами, если нет времени крутить роллы, это блюдо для вас. Онигири можно сочетать с огурцами, как солеными, так и со свежими. Очень вкусными являются онигири с икрой трески. Некоторые начиняют рисовые фрикадельки, нередко онигири называют именно так, тунцом с майонезом. Экспериментируйте и делитесь своим шедеврами. 1. Готовый рис соедините с маслом, солью и перцем. 2. Лук нарежьте мелкой соломкой. 3. Консервированный тунец разомните вилкой. Добавьте лук, майонез, яблочный уксус и перец. Хорошо перемешайте. 4. Охлажденный рис приправьте любыми травами, приправами. 5. С помощью формочки сформируйте онигири. Слой риса, начинка из тунца, слой риса. Подавайте блюдо, украсив на свое усмотрение листьями нори. Приятного аппетита!